Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Принца Персии, так что, в принципе, полный вперед. Так, я уже забыл, что тут надо ящик двигать. Так. И будет ролик с необычной головоломкой. Так, отодвигаем эту фигню. Давай. Ох, слава богу! Я боялся, что ты один из них. Ты поможешь мне включить оборонительную систему Азада? Чтобы сделать это, понадобятся наши совместные усилия. Я освобожу стержни для тебя. Человек, который отвечал за это, исчез! Но ничего страшного! Опусти эту платформу до самого низа! Затем используй эти два рычага, чтобы вернуть ее назад! Видишь эти четыре стержня? Ты должен взять их все, один за одним, пока у тебя не будут все четыре! Затем подними их наверх! Вместе! Ты должен брать их в определенном порядке! Да, я не сомневался. Очень интересно. Очень-очень интересно. Белый значит внизу. А это черный получается, да? Есть! Ты взял первый стержень! Теперь возьми еще три! Помни! Стержни перемещаются по направляющим! Будь внимателен! Один рычаг проворачивает эту платформу, а второй поднимает и опускает ее! А куда белый-то втыкать надо? Влево? Я прав? Подожди-ка. Ну, естественно, нам мешает этот стержень, да? Ёпарасоте. Четыре стержня и только потом поднять их наверх. Ебать, ты такой простой. А как я нижний возьму, вопрос? Есть догадки, нет? Понятно, это полумесяц. Ёбаный в рот. А, подожди, крутануть надо? Это он? Стоп, я что-то не пойму. Или опустить этот пока что? Что за херня? Убери его нахуй. Может, этот сначала надо взять?
Блять, наконец-то. Ну под. А что мы с ним сделаем? Допустим. Вот с этим стержнем. Куда мы его направим? Осторожно! Если ты выберешь не тот стержень, у тебя возникнут проблемы позже! Я-то в курсе, что у меня возникнут проблемы, блядь. Блядь, в смысле? Крутани его сюда, блядь, вообще, и вниз крутани. Да зачем мне наверх, блядь? Пиздец. Наверх его поднять. А чё толку? Ну наверх мы поднимем. И чё толку? Блядь, эти ёбаные стержни, это вообще пиздец, я отвечаю. Как их, блядь, проходить? Ёбаный в рот. Я поздравляю, а чё, ну наверх мы положим его и чё? И чё дальше? Этот забрать мы можем? Подожди. И все нахуй. Мы вверх только поднять можем. Ну чё это за дичь, а? Стоп, хотя подожди. А если мы сделаем вот так? Влево? Так, подожди. Так, вниз мы не опустим, да? Вот здесь мы вниз опустим, да? Окей. Допустим, мы вниз опустим. Наконец-то, блядь! Захватим хоть вторую хуйню из-под коню. Так, подожди. Это второй, блядь! А я дебил не знаю, да, блядь? Так, подожди. Это получается вправо вот это? Ебать, система, блядь. И чё, теперь поворачивать вверх? А почему это не третий? Еще вверх? Или как? Подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Назад, 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 блядь. А это какой? Третий? Это третий? Стоп, подожди. Остался!
один! Я в курсе. Только я... А как его опустить? А можно его будет опустить? Ебать! Ебать! Ебать, ебанский хуй! Это четвертый! Теперь подними их наверх и сопоставь с их гнездами! Почти получилось! Теперь сопоставь стержни с их гнездами! В смысле? Подожди, а какую крутануть-то надо? Может, вот так? Нет? Нет. Вот так? А ну-ка. Блядь, да что ты мне наверх, вниз сделай. Вниз. Есть! Я знал, что у тебя получится! Да. Теперь остался один последний шаг. Видишь эту платформу? Потяни за свой рычаг, а я потяну за свой. Ты не съебешься, пацан? Что это за машина? Я же сказал тебе, это оборонительная система дворца. Не теряй времени понапрасну, поверни свой рычаг. Да не ори, мужик. Теперь мы покажем этим демонам! Они надолго запомнят этот день! Они пожалеют, что посмели напасть на дворец Азар! О, бля! Ты чё, начальник? Стоп! Отлично. Оборонительная система. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да подожди ты. Начнет он. Так. Я 2 сохранения сделать хотел. Так. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, ну чё, погнали? Чё там у нас тут за... Оу, это было... Оу, это был нежданчик. Да сваливай уже. Так, подожди, а как... И что это даст? У защитных систем дворца была своя извращенная логика. Их можно было обойти при помощи специальных выключателей, которые я скоро научился распознавать. И все же было очень тяжело отделаться от чувства,
что я сделал ужасную ошибку, приведя в действие эту смертоносную систему ловушек. И что мне делать? Казалось, что она скорее готова взять мою жизнь, нежели захватчиков без плоти и крови. Блять. Да что ж так медленно, сука? Блять. Давай. Съебуйся. Блять, а как это проходить? О, в смысле, блять? Подожди. Ёбаный в рот. Блять, быстрей. Ух, блять, прошли. Ебать, какие-то сады, вы серьезно? Ты чё, блядь? Не надо того попал, дружище. Да, блядь. На нахуй. Да подожди. Ладно, окей. Вы, блядь, пузатики ёбаные, блядь. Да... Так. Блин, все в игре хорошо до поры до времени, вот честно. Ой, как раз сохранение, заебись. Так. Да-да-и-ай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 
Да, ты, блядь, мог мне его перепрыгивать, нет? Да. Видишь, как ты сосёшься с этим, блядь. Дари. Счастье дари этим чудовищам песочным. Они не дали мне осмотреться, суки. Песок, например, вот осмотреть. А хули ты отталкиваешься? Чё ты с оружием ходишь, принц? Ладно. Венцо. Под лицо. А, это типа наверх ебонькать, что ли, или куда? Ладно, я пока не знаю. Разберемся. Так, оборонительная система, да? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, подожди, а где тут? Стоп, мы же не оттолкнемся, подожди.
А что тут делать тогда? Это понятно. Я не могу понять, что делать дальше. Вот это тупик. Вот это прикол. Подожди. Стоп, какие-то блоки можно тащить, да? Если мне память не изменяет, то тут можно тащить какой-то камень. А какой? Не этот. Потому что если нам можно забраться, то значит нужно передвигать что-то. Так, подожди. А что передвигать? Я ж оттолкнуться-то не смогу. Серьезно? А как? А, дерево, дерево. Какое дерево можно? Тут дерево есть? Лиана или что-то такое? Стоп, подожди. По-моему, он не спроса сюда забирается, вот с эту хуетень. Подожди. А куда дальше-то? Сюда? Подожди. Нет. Блять, серьезно? Такой затуп? А что делать дальше? Подожди. Тут же все закрыто. Чё за дичь? Чё-то я не втираю, нифига прикол. Он же не допрыгнет. Бы не зацепился ни за что. Тут Лиан. Что? И что это дало? Вот откуда я знал, что там ебучий переключатель? Вот серьезно. Еще и за время, зашибись. Ай, блядь, попался нахуй. Так, стоп, подожди, а как я должен сделать? Просто прыгнуть, что ли? Ну ладно. Ага. Ну понятно, то есть если бы тут этих камней бы не было, мне бы было... Блядь, ну куда ты лезешь, принц? Ебучий пиздец просто. И чё дальше? Сюда? А дальше? Песок. Так, подожди. А сюда зачем? Вопрос. По прохождению? А зачем тогда к этому камню? Вопрос. Что тут? А, комната. Комната, я понял. Все. Сейчас пройдем ее быстро.
Странно, но мне кажется, что я здесь уже был раньше. Я был здесь раньше. Капитан Очевидность, блядь. Я был здесь раньше. Конечно, ты был. Отлично. Ага. Так, ладно. Нахуя я упал? Да, в смысле? Все случилось не так. Охуеть, блядь. Логика, блядь. Так, подожди, а как можно? Не понял. Пиздец, блядь, а чё он не перематывает нормально? Так, подожди. А дальше-то чё? А, ну... Хотя бы так. Так, вопрос в другом. Нам сюда? Или куда? Стоп, подожди, а чё за прикол? А... Подожди, а чё за прикол? Куда дальше-то? А, теперь поверху! Ёб твою мать, подожди. Ну да. Так, подожди, а как теперь? Да, блядь, нихуя себе, я даже эту не включил. А чё она не работает, блядь? Да в смысле, блядь? Хули замедлялка не работает, ёбаный в рот? Ладно. Меня. Я подожди. А как теперь? Ладно, это что такое? Ебать, в смысле? Блять. А дальше? Блять. Ты серьезно? Дебил от куска. А как дальше? Чего он не забирается-то? Или забирается, блядь? О-хо-хо. Он мне настроение испортит, принц, когда-нибудь, блядь. Я отвечаю. А где кнопка? Кнопка где?
кнопку, где... А где кнопка активирования, блядь? Алло? Вы серьезно? Это вы что сейчас хотите сказать, ебать? Что мне в самый низ топать, ебать? Блять, спасибо. Прельстили вы мне, блять. Ой, как прельстили, что ебануться просто. Да нет, это не к этой кнопке относится, это по-любому. А где кнопка? Где кнопка активирования к этому всему? Вопрос. Серьезно? Да нет. Чё за... И чё? И чё? А как наверх попасть? Подожди, это кнопка, что ли? Какая-то, походу, скрытая кнопка. А какая? Блять! Подожди. Нет, не это. Чё за хрень? А чё за хрень? Я в шоке. А чё делать? Где она? Может, я её реально где-то проебал? Только вопрос, где? Чего? Ёб твою мать, я рычаг проебал, серьезно. Ебать. Игра, спасибо, ёбаный в рот, блядь, я даже и не знал. Да ёбаный в рот, блядь, отъебись, ловушка. Ебать. Блять, как я это пройду, блядь? Да, блядь, ну давай, не той стороной, ебланище, ты тупое. А как? Ёбаный в рот. Фара!